Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим трейлер, официальный трейлер, геймплейный трейлер игры Spine. Redline, как твой боевой ИИ, я должен предупредить тебя, что нажатие на неправильный этаж может привести к неожиданным последствиям. Ну, выглядит очень стильно. Черт возьми. Очень круто, очень стильно выглядит, ребята, просто вау. Какие крутые боевые сцены, ну еще бы! Это же Неки! Как иначе может быть? Это боевка... Вау, ну классно выглядит, слушайте, просто красиво, красиво, эффектно. На этот раз лифта нет. Ну, судя по всему, мы за эту героиню будем играть. Ну, вполне, вполне, почему нет? То есть будет много боев, каких-то перестрелок. Ну, это неплохо, друзья мои, это неплохо, главное, чтобы еще классный был сюжет. Это все-таки очень важно будет. Мне почему-то вот эти кадры напоминают Slash, shot, repeat. Ох, жестко. Разрезать, выстрелить, повторить. По-моему, это так переводится. Что здесь еще интересного могут показать? Wishlist now at spine.game PS5, Xbox Series X, S, PS. Ну, короче, мне больше PC интересен в данном случае. Можно уже типа в wishlist добавлять. Окей. Что могу сказать? Выглядит достаточно прикольно. Выглядит достаточно прикольно. Особенно вот эта боевка. Реально, реально кайфовая боевка. Но мало, друзья мои. Всего лишь минутный у нас геймплейный трейлер. Когда же выйдет эта игра? Честно говоря, непонятно, потому что какие-то первые трейлеры выходили года два назад, что ли. То есть реально очень давно. Что нас ждет и когда нас ждет, не совсем понятно. Но, блин, я прям хочу поиграть в эту игру. Я вот однозначно в какой-то свой мысленный, по крайней мере, виш-лист добавляю эту игру. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, как вам данная игра, что вообще вам нравится, нравится ли вам в целом стиль киберпанка. И, конечно же, подписывайтесь на канал, друзьям, рассказывайте, колокольчик нажимайте и пишите, ребят, пишите как можно больше. Да, это классно. Спасибо.